Вот, теперь у нас Дикий пришел. Вот, говорит, звали его. Вот он. Вот, вот Дикулька. Скажи, какой я Дикий? Да, я Дикулечка. Да, скажи, я распальцованный парень. Вот, скажи, вот у меня... Вон, видите, пальцы как веером. А Машка спать пошла. Молодец. Да? Непорядочная медведица. Ну да, а Машка спать пошла. Машулечка молодец. Она вот, в отличие от вас, очень девочка хорошая. Да, дорогая. Так мы тогда вот этих четверых тех перетащим туда, да? Мы вот тех четверых перетащим, которые с краю. Ага. Этих двоих туда. А этих перепустим, да? А этих перепустим на весь вольер. Да, хорошо. Тогда им хоть два... Свернову ту я бы еще раз почистила. Они ее уже там... А... Там уже и следов этого сена нет, там все с говном перемешано. Ну, надо... Они понять. Же вчетвером там топтали, сейчас грязно... Не, просто надо добавить. Не убирать, если а добавить. Если будет не совсем замерзшим, по-хорошему убрать. Ну, вот, а потом, что-то зима. Сейчас декабрь. Завтра. Ай, ты ему... Вчера дождь лил. Дикушечка, чего мы сладкий? Чего мы хороший? Вот Умка лапы тянет. Ну, чего? Ну, к себе хочется. Ну, не надо. Ну, я невкусный. Умочка, я невкусный. Умка, не могу. Зануда. Умка зануда. Ну, чего? Ну, мы хорошие. Ай, лапы какие у нас. Никак, да? Вот никак. Никак, я знаю, что никак. Ой, ой, двумя лапами, говорит, одной не затащить, вот двумя. Артисты. Да. Ну, Саша везде все почистил. Сейчас еду вам принесет. Молодец, Саша.